Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Бравл Старс, конечно же. Так, ну что у нас тут за задания такие? Выиграйте ранговый бой, понятно все. Так, Пэм или Тара, либо Шелли. Шелли и Шелли. Так, ну что, друзья мои, наклевывается неплохая партия с Шелли. Кстати, я про новых героев вам говорил, нет? Вот у меня новый герой, ребята. И мистер Пи, который даже еще не прокачался. Но сейчас Шелли. Бэ! Кряхтит она что-то. Ну что, погнали? Поехали. Так, ну давай, наверное, на захвате кристаллов поиграем, уж так и быть. Главное, друзья мои, чтобы не глючило. Я имею в виду про интернет, про вот это вот заедание. По-моему, уже что-то такое, нет? О, блин. Команда-то какая, а? Let's go. Блин. Меня, видимо, просчитали, да? Щелк, 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 щелк. Подорвали. Так, ребят, у них 4 кристалла. Мы, ну, как бы. Все, докидался им бомбочками. Да чтоб тебя, блин. 8 кристаллов. Что за команда-то говноедов каких-то? Я не пойму, блин. Вымораживает просто уже. Еще и на бомбе напоролся. Мортис вообще какой-то... Не понимаю, ребят. Вот этой команде, ну просрать, ну это... Такой себе, блин, я тебе скажу. Да кого они там грохнули-то опять? Понятно, там. Ну и где? Вон он основной. Мортис! Ну конечно же, у меня там щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. А-а-а! Прикинь, эта тварь, блин, накопила себе супер ульту и, ну, просто завалила, ребята, меня. А никого рядом не было, что эти отсосы все сдохли, блин. Успеем, как думаешь? У меня нету, блин, супер атаки. Тут Шелли, вот ты вшивая, просто вшивая Шелли, блин. 3 дебильных атаки и все, иди гуляй. Я ненавижу ее, ребята, всеми фибрами души. Я серьезно тебе говорю, блин. Супер заряд накапливается 3 часа, блин. Выстрел идиотический, блин, не могу прям. Команда просто ни о чем. По-другому не скажешь. Блин, кристаллы, я там прихватил, ребята, кристаллы. Но забрать я их, ну, забрать никто у меня их не помог, скажем так. Ну что, опять? Ты-то где гуляешь, тварь, блин, толстая? Ну? Я в шоке от того, что тут происходит у нас. Да этот Жиро это будет играть сегодня или нет? Он будет бегать как придурочный. Танк тоже мне называется, блин. Инвалид, ёпарасете. Мы будем сегодня играть или нет, блин? Бомбометчик, блин, долбаный.
Ну кто-то опять там кристаллы сфейлил, ребят. Бомба. Понимаешь, сейчас за мной будет охота устроена. Почему? Потому что у меня кристаллов до хрена. Пэм в минус. Это уже шаги отчаяния, ребята, были. И все-таки умудрился выиграть. Так, нормально. Так, нанесли мы с тобой урон. Шелли, все как полагается. Конечно, нам редкий. Конечно, редкий. Что нам еще тут дадут? Но опыт. Отлично. Да ё-моё, ну обычный редкий. Обычный редкий, ребята. 25 силы. Ну вот 1000 монет, это уже приятно. Это уже приятно. Такс. Что у нас там еще есть? Так, нанести урон, нанести урон. Сколько там получается? 160 тысяч урона. Здесь Шелли. Подожди, а я что за Шелли? Выиграйте 5 боев и выиграйте 5 боев. И все это за Шелли, да? Барли Пэм, Леон Бас. Да, друзья, за Шелли продолжается битва. 5 поединков надо выиграть за Шелли. Ну, а что поделаешь? Надо, значит, будем пробовать. 6 из 6. Поехали. Фух, что там у нас в команде? Блин. Ой. Туф-туф-туф-туф. Ковбой Мальборо, блин. А куда он идет? Я только перещелкиваю его. Ты посмотри, а? Застанил нас на ульте. Так, я понял. Готов. Мина! Мина, блин! Так надо было продинамить. Я сейчас слышу пип-пип-пип-пип-пип. А что за пип-пип? Даже и не вдуплил. Куда он побежал? Семь на семь. Это наши кристаллы, что ли, все? Да ну нафиг! Забирай, забирай, забирай! Забрал. Мне прикинь! Выстрелил. Все, стоим здесь. Тупо стою здесь. Отлично. А нефиг им, да? А ибо нефиг. Винин.
Но 160 тысяч урона мы нанесли. То есть еще два задания выполнил, получается, так. Угу. Вау, вау, что дадут? Да ладно, она же... Новый скин. Я выберу, пожалуй, сразу этот скин. А тут редкий. 10 кристаллов. Просто редкий, понял. Ну, новый скин на Биби уже что-то. Что у нас там? Еще 3 победы, да? Выиграйте бой, выиграйте бой, да? Еще... Блин, еще 3 поединка, ребят, за Шелли надо выиграть. Я не могу к ней привыкнуть. Вот ей-богу, ребят, ну... Хоть что делай. Какая-то она... Кактус вообще бесявый. Ну, кактус, ребят, это просто бесяч. Бесич самый настоящий. Я по-другому его назвать не могу. Он своими бомбочками эти закидывает. Где-то эта заморозка, блин. Ну и зачем вы так делаете? Мне главное не продинамить, ребят, кристаллы. И что? Что-то как-то не клеится, ребята, игра у нас, блин. Куда я попёр? Куда я попёр, блин? Кого-то шлепнули у нас. Уходим. Ну! Прекрасно. Да не лезьте вы туда с кристаллами, особенно те, кто есть. Тут стоит, тут правильно стал в кусточках и стоит. Еще. А, я выполнил эти задания, это получается, ребят. Зашел это наконец-то. Особая скидочка, блин. Ну, что там у нас? 1000 силы для любого бойца. Потом будет звездочка. Квесты. Зайдем в квесты, глянем. Я что-то выполняю, выполняю, и в то же время у меня все еще что-то появляется и появляется, появляется и появляется. Я за Шелли прошел? Нет, еще. Так, играть новое. Вот это я поменяю. О, Эдгара дали. 5 боев с Эдгаром. В ранговом бою надо еще 5 этих. Ну что, двигаемся дальше. Подожди, я могу же вместо Шелли. Там же кто-то был другой еще. Бул. И здесь Бул. Рика, Покка, Леон или Бас.
Нет, все-таки зашели, ребят. Так я два зайца убью. А так будет по одному только лишь. Поэтому будет Шелли. Шелли, Бул, команда. Блин, Эдгар. Плохо. Плохо, что Эдгар у них. У нас танка ни одного нету, ребят, который бы мог противостоять этому Эдгару. Но, Бул, ты лопух, ты... А этот вообще хмырь. Куда он там пострелял? Для чего он там пострелял? Я... Блин, я турель не заметил. Прикинь, там надо быть таким лохом, чтобы не увидеть турель, которая стоит и стреляет. Три заряда и все, и ты в жопе, ребят. Три заряда и ты в жопе. Высунулся. Короче, понятно тут с этой командой все. Команда дебилов. Ну а как еще назвать? Ну ладно, я зашел эту за паршивую игру, которая вообще меня не нервирует. Ну все, гейм овер. Прикинь? Прикинь, поворот как поменялся. Но! В кусты-то пойдешь сматываться? Сейчас завалит. Да не суйся ты туда, стоим здесь. Куда был придурочный? Есть. Прикинь, я уже все, ребят, если честно, я думал, что фейл. Да, Бул, конечно, это что-то с чем-то. От него здесь толку было ноль. Бежал, куда я бежал, зачем бежал, не посмотрел ни хрена, летит. Естественно, все мимо. Так. А, звездочка, да? Блин, я думал, Легу возьмем. Бочка со смолой. Дэрил создает вокруг себя замедляющую область, которая держится 5 секунд. Такое себе, если честно. Ну что, последний раунд за Шелли у нас получается. Потом все задания за нее будут выполнены. О, вау, вау. Опять этот кактус замор... Это мальчик сонный, да? Или это не сонный мальчик? Я что-то не могу понять. Ага, фига у него там, видел какой? Скорость повышает. Он за мной там что ли охотится, придурочный гад? Ага, шикарно. Фьюх.
Ну, нормально, на самом деле, ребята отыграли здесь. По-божески. Так, мне интересно, я получу награду? Да, получу. О, 100 кредитов. Блин, до этого ворона еще как до Китая раков, ребят. Ну, копить, копить, копить. Значит, что у нас тут? Бул и бул. Да ладно, серьезно, два була, блин. Блин. Можно я лучше за Эдгар сыграю? 5 поединков. Эдгар, ты как? Не против? Только вот не на захвате кристаллов, а... Ох ты, захват кристаллов, сельский клуб. Что это такое новенькое? Дай-ка гляну. Или сейчас только что мы играли в сельский клуб. Посмотрим. Ну да. Так. Блин, жужука. Какой-то единорог. Пони, кто это, непонятно. У нас бой есть. Смотри, что делает, а? Ну зачем ты лезешь, бот, туда? Свою стрелу вшивую, а? Так, я так понял, этот вжик. Ну что, последний кристалл-то будет у нас? Вот. Эй-яй-яй-яй-яй. Пробегал. Хорошо пробегал. Я считаю, что неплохо. Поуворачивался, так скажем, от них. Так, мне нужно, по идее, сколько еще? Еще 4 поединка, да, выиграть? Но мне и забыло, надо как-то поиграть. Забыло поиграть. Где Бул? Где наш Бул? Наш Бул, блин. Даже язык не поворачивается, так сказать. Наш Бул. Блин, а можно что-нибудь, какое-нибудь по-быстренькому событие? Что-нибудь есть? Ну, например, там... Ограбление. Давай вот этот накат в чистом поле. Ребят, оно, во-первых, быстро очень разыгрывается. На кристаллах ты там видишь, там по полчаса бегаешь туда-сюда. Что это такое тут? Кто это такой? Что за... Застрял, блин. Так, у них единорожек. Ну, у меня как всегда, ребят, я в своем репертуаре. Ну и зачем ты это сделал? Я что, один? Угу. Опять этот единорог там. Вот мне и не нравится, ребята, вот у Була. Пипец. Есть.
Остался один на один опять. Подкопи здоровье себе. У него робот. Как-то он его так щелк-щелк-щелк и запинал. Ага, аутсайдер. Да, но тут быстрее, ребят, намного битв проходит. Уже вот мы с тобой сыграли битву. А кристаллы бы еще, наверное, до сих пор бы собирал. О, 500, это вот солидно, ребят. Да, конечно. Погнали. И это мы получим еще одну с тобой звезду. Так. Ну, блин, ну я не знаю, ребят. Ворон это хорошо, конечно, но там. Но там тоже команда не кислая. Вот зря я тогда, наверное, сделал. А куда он делся-то? Да, а куда вот это? Как он, извини меня, исчезает-то, ё-моё? Просто был и не стало его. Давай Пока попробуем завалить. Да ёпарасете, блин, на этой, блин, вшивой этой херобуре, блин, сгореть. Побежал, нахрен я туда побежал-то, вот скажи мне на милость, блин, на его, на эти огненные, которые, блин, там. Сам виноват. Он кинул ульту, я побежал, у меня... Да, у меня нет слов. Кактус опять этот Пока дебильный. И вшивый парень с шарами. Ну Пока, блин, ну. У нас одного нету, а у них еще фул команда, ребят. Победит мальчик с трухлявыми, блин, шарами. Или наш... Ну! Молодец. Восьмибитка наша сделала его. А этого вообще завалили в 3 секунды. От него толку никакого, ноль. Нормально мы тут щелкнули. Эх, редкий, 25 силы. Всего-то лишь 25 силы. Ладно, друзья мои, еще 3 поединка выиграть надо, и будет нам счастье. Если оно, конечно, будет. Его, может быть, и не быть. Я надеюсь, что оно будет. Биби. Так, опять вшивый с шарами. Ой, Пайпер. Ну, Пайпер, да, меткая, блин. Черт, ты подери. Ну и куда ты? Вот зачем ты туда прыгнул? Еще и Биби, ребята. Плохо, когда нету стрельбы, блин. Бежишь, как засранец. Остерегайтесь, Пайпер. Да, ближний, конечно, здесь вообще не в тему, ребят. Ну, ёпрасоте, ну. Этот обстреливает всю зону. Этот сейчас доиграется. У них зона.
То есть, ну, у нас зона или у них зона, я не знаю. Да вы, Пампер, рядом с вами, ну, наконец-то. Неужели? Погнали. Плешивые. Так, отлично. Так, я попробую ли это взять ее. Тварина. Есть. Ну! А он подбил все-таки, да, мне этого? Смотри, а. Да ну как так-то, твою мать, блин. Ничья, короче. А хер ты злишься-то, блин, играй нормально, а злится он тут, блин, идиота кусок. Все. Две пробежки. Смотри. Да, это я даже сам, ребят, не ждал такого. Две пробежки и готово. Разворотил он там дупло всем. Еще две победы надо сделать, ребята, во что бы то ни стало. Блин, ну команда паршивая, конечно. Динамайк тут. Да. А что, обезьяна может перебегать через укрытие? Перепрыгивать, оказывается. Зря, конечно, вот так вот мы делаем. Ты понял, что они там сотворили? Чувствую, сейчас доиграюсь, блин. Не, нормально все вышло. Обезьяна просто, видишь, ее сзади из-под тяжка шлепнули. Ну, я имею в виду нашу обезьяну. Фига там он наяривает. Я даже не успел суперудар, ребят, применить. Зря мы там сунулись, конечно, туда. Да нет, все, тебя завалят. Но зато у меня суперудар есть. Я начну именно с суперудара. Ну, он один, молодец, хотя бы одного забрал. Сейчас начнем суперудары. Сейчас начнем. Лишь бы не приземлились куда надо. Минус один. Ну! Он был ваш, правильно. А вот теперь посмотрим. Щенок. Бегать тут еще вздумал мне. Все прекрасно, ребята. Все прекрасно. У меня уже Булл получил 12 уровень. Ой! Я не хотел этого. Ладно, фиг с ним. Блин, опять это охламонище. Опять это хламонище, которое я не знаю, что она делает. Я даже не могу понять, что она. Цветок, не цветок, это хмурь, поймешь. Чего? Все в меня, ребят. Мы какие-то подкоцанные.
Так, ну что, он там один остался, да? Брок. Дина Майкла просто расфигачил. Ну и красавчик, что я могу сказать. Погнали потихоньку, наверное. Так, ну одного там подкосил нормально. Так, последний, Брок опять остался. А где же ты, Брок, наш любимый, родной? Мы же все равно сейчас с тобой поговорим. Конечно, все в меня. Прижучили, как сосунище, просто. Так а что ему там одному-то? Один там ничего не сделал бы вообще. Такс. Ну, редкий, понятно. Понятно, что редкий. Да, ребят, заданий еще дофига, но делать уже я буду их в следующей серии. Потому что завтра на работу надо. Как говорится, отдохнуть, кимарнуть. Ладно, друзья мои, надеюсь, вам все понравилось. А на этом все. Всем удачки и до новых скорых видосиков.